В Алматы собрались международные и отечественные специалисты крупнейших эко-компаний. Это первая в Центральной Азии дискуссионная площадка в области развития зеленой экономики, отмечают эксперты. В целом, понятие ESG подразумевает собой три основных направления – экология, социальная политика и корпоративное управление. Основная цель – обмен опытом и обсуждение успешных кейсов устойчивого развития, а также рекомендации от лица ведущих компаний страны. По сути, дискуссионная площадка по гринвошингу ESG – это один из этапов эко-компании «Трехтажол». На самом деле, ESG – это не только про экологию, да, ESG – это еще и про governance, да, ESG – это еще про sustainability. То есть это про то, как компании, какую компанию создают среду для своих сотрудников, да, внутри компании, как они относятся к окружающему миру, да, и, естественно, какие элементы устойчивого развития внедряются в их бизнес-процессы. То есть это как комплексная программа, которая подразумевает в себя три составляющие, как экономическую, так и экологическую и социальную. И задача, которая стоит перед нами, в течение дня выработать общие подходы и понимание критериев гринвошинга. У нас в Казахстане, как и во многих странах мира, есть серьезная задача и цель, поставленная на 60-й год, добиться углеродной нейтральности.